Эй, слышишь? Ого, во сколько? Ай. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгайс, Кафокс, Хунзел, Кефирчик. Пацаны, скажите крутые слова. Всем здравствуйте. Всем привет, здорово. Все просили в комментариях, чтобы мы сняли Чижова. Карта Балти, я буду играть за Чижова, вселяться в пацанов и веселиться. Если опять кушайте, приятного аппетита, а пацаны уже должны разбегаться. Ну что, я иду в школу. Пацаны, вы готовы проигрывать? Можете использовать оружку. Только АР-2 шары нельзя стрелять. Пацаны. Вижу жертву. Иди сюда. Пацаны, пацаны, берите дробовик. Это эффективно. Так, 10 секунд отчет идет, я уже вселился. Ладно. Удаляю спауны, чтобы вы могли спавниться в рандомных местах. Что-то идите от двери. Есть хорошая тактика. Стоять за углом и ждать, пока кто-то выбежит. Эй, дробаш, в жопу себе засунь. Ах ты! Слышь ты! Отвали! Да слышь ты, электрошокер! Убил, молодец. Дверь закрой и тут. Да ну блин, да как ты догадался? Я же вроде бы как бы хотел запутать. Ну ладно, умный пацан оказался. Что? Так, отчет идет. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Эй, в одну секунду, да ладно. Ну, пацаны, я хочу в кого-то вселиться, хочу стать большим и всех фигачить. Но я когда маленький, у меня 30 жизней, у вас есть все шансы меня наказывать. Чуваки, а чё мы тут как крысы сидим? Пошлите бегать. Да давайте, выходите, сакуны. А где вы как крысы сидите? Я иду за вам, за вашими душами. Эй, слышишь? Ого, во сколько? Ай. Да блин, этот мистер Крабс, он задрал, он сильно хорошо играет. Он прям знает, когда я вселился. Надо, короче, как-то, ребята, сейчас незаметно. Без прыжков, все на нычку делать. Так. Надо играть, как настоящий чужой. Помогите. Я тебе подсказку дам, ты можешь самоубийство делать, когда ты знаешь, что я в тебе. Потому что осталось 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Он там, кефирчик. Ай-яй-яй. Еще 5 секунд жду. Ого, я прыгаю высоко. 3, 2, 1, 0. Пуск. Я стал большим. Сейчас я пропишу, ребята, килл, потому что я бессмертный. По канону я, когда убиваю человека и выселяюсь с него, я бессмертный становлюсь. Но теперь идет чужой настоящий, которого будет очень сложно вам убить. Так, кого же я должен выследить? Да, мы будем мистера Крабса, он самый хитрый жук у нас. Вот он бежит с базукой. Ого, во сколько тут. Короче, надо, знаете, как в классе заспавниться, через стену фигачить. Моя любимая тактика. На тебе. Тварь, я тебя съем. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот, да. Ого, ты чего? На тебе. Нельзя меня убивать. Ай, заходи в класс. Я буду закрытую дверь держать. Никто не зайдет сюда. Ого, через дверь фигачит. Легче. Нате. О, есть мистер Крабс. А еще один там. Это не тот мистер Крабс. Ого, ты чего? Расслабься. Того же самого съел. Вот это его колбасит. Ребята, пока мисс Чужой играет лучше всех. Камеру поближе сделаем, чтобы все наблюдать. Так, стоим, ждем. Кто же зайдет в мою дверь? Ничего, я в классе жду. О, Амогус. Абгай был очень вкусным. Еще. Сквидвард пошел. Вот. Посмотрите, как они по двери фигачат, но не по... О, Диппер. Сегодня у нас все мультя... О, Человек-паук.
Вот это мы фигачим всех. Еще одного. Круговорот убийств. Ничего, мы пока мы стоим и лупашим. Вкусно. Вот это он хочет убить. Ого, слышь, от жизни тратится. Зато есть большой минус. То, что было бы классно, когда я убиваю чуваков всегда, у меня бы жизни пополнялись. Но жизни не пополняются. Ого, они двери фигачат. Я уже боюсь даже выйти. Они с другой стороны. Они мне там дверь фигачат, а я уже с другой стороны зашел. Я в другом классе уже, надо дверь закрыть. Закрываем двери. Ой, вкусненький какой, Сквидвардушка. Кто еще, кто еще? Я специально не залажу, короче, вентиляцию, и пока мест не буду, пока вы меня не убьете. Ого, что за оружие читерское? Я убегаю, быстрее беги, Димка, беги. Так, надо валить. О, хорошая. Слышишь, да кто это фигачит таким оружием мощным? Прекращай. Ты же меня убьешь вдруг. Это обычное РПГ. Да нифига себе обычно. Какое обычное? У меня из 1000 осталось 170 жизней. Еще один выстрел, я умру. Специально не залажу, пацаны, короче, вентиляцию. Даю вам шанс. Ого. Убежал, убежал, убежал. Ребята, давайте будем за угла. Ого. О. Ох ты, зараза. Ну чё, ребята. Еще раз чужой вышел на охоту, должен в кого-то вселиться. Теперь же чужой будет более жестче. Ого. Слышь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ах ты хунзел. Да ну блин, сильно я палевно вселился. Надо немножко по крысе это все делать. На крысу. Так. Ты меня смотрел специально, мне кажется. Ох ты, дробашом в жопу, а? Ай. Я вас на улице жду, выходите на улицу. Главного входа? О, да, иду на вход, на главный вход. Так, тут стоим. Выглядываем пацанов, когда они выйдут. Ай-яй-яй-яй-яй, промахнулся. Слышь, ты РПГшник. А, вот так, значит. Я к ним со всей душой. А они... Да слышишь? Это вообще рандом полный. Да как ты попал? Это же не должно было быть. Я по звуку слышу, там кто-то рядом просто вперед. Да ты рандомно убил меня. Это было прикольно. Это ты молодец. Если слышите звук, как он что-то делает, стреляйте сразу в проход дверной. Может, убьете. Ай! Ой. Ах, да что ж, как же с вами быть, если вы мне не даете ни шанса. Сильно взял пацанов наигранных. Прям очень хорошо, пацаны, играете, молодцы. Да блин, да ну как? Ну я не могу никак вас убить. Ну блин, хорошо, я тогда стану большим. Че, убийца идет, давайте. Уговорили мне быть большим, я долго уговаривать не надо. Взял, кстати, другую модель чужого. Он, у него анимация убийства другого. Не... Ого, это был встречный удар базукой. Слышь, ты базучик, я тебя съем сразу, ты меня очень сильно мешаешь. Это очень злой чужой. Очень. Он сверху. Кто такое читерское оружие использует? Оно ему не поможет. Отлично, отлично. Отличненько. А у меня эта перегородка защищает, жизни не тратятся.
Так хвост прикольно по полу у него. Смотрите, анимация хвоста. Есть же специальная штука, которая кидает через эти штуки. Ай. А я могу вот так бить на высоте? А, я не могу на высоте убивать, только если наравне со мной. Ого, это что было? На тебе! Я сейчас сольюсь. Да блин, смотрите, против пацанов вообще никак не выжить. Так, ну чё, последняя стычка. Кого я убиваю, больше не участвую. Давайте проверим, сможете ли вы меня убить. Если я съел кого-то, он просто наблюдатель, не мочит меня. Хорошо. И не участвует, просто стоит там на спауне. Давайте я сейчас спаун поставлю. Вот здесь вот. И они будут стоять на спауне, они смогут меня убивать. Во. Два штуки. Ого, забросали, какую территорию. Но мы обойдем. Отлично, один есть. Ай-яй-яй-яй, застрял. Ай-яй-яй-яй. Апа, я же забыл, что я вентиляцией могу ходить. Ой, отлично. Хорошо, что ты один здесь остался. Я тебе твой дробаш, знаешь, куда засуну? В творово съел. Отлично, отлично. Я тоже. Квест себя убили. Так. Третьего сил. А мне надо съесть, получается, семерых. Даже не знаю, кого вижу, того и жру. О, да, на песочнице. Стойте, кого замочил. Слышь ты! Отлично! О! Что это за оружие? Кишки из жопы выпустили мне. Говорю с уверенностью, пацаны сегодня играли лучше, чем чужой. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все пока!